Всем привет! Последние часы уходящего 2020 года, и мы с Анатолием очень хотим поблагодарить вас всех и пожелать в наступающем году терпения, мудрости и понимания происходящего. Спасибо всем вам за то, что вы были вместе с нами. Мы показывали то, что могли, вы писали и комментировали так, как могли. Как бы там ни было, мы этот год прожили вместе с вами, и за это очень вам благодарны. Отдельное спасибо ребятам, которые мне помогли с рассылкой книг. Вячеслав Бажнин. Вячеслав, спасибо большое, ты просто мой ангел-хранитель. Безбородов Владимир. Владимир, вы меня выручили как никто. Спартак Малахов, который мне до сих пор помогает. Ребята, я не знаю, что бы просто без вас делал. И Михаил Семейкин. Миша, спасибо большое. Я продолжаю кушать ваши ягоды, которые вы мне прислали с Дальнего Востока. С наступающим Новым годом. Желаю здоровья. Ну, традиционные пожелания, конечно. Здоровья, счастья, успехов в дальнейшей вашей работе, жизни. Чтобы год был тяжелый, 20-й он запомнится, ковидный. И будем надеяться, что 21-й год будет лучше. Всего доброго, ребята. С первого дубля. Ребята, спасибо, что вы с нами. Любим вас. И в следующем году мы вам покажем такое, от чего ухи завернутся и у нас, и у вас. Вот увидите. С наступающим Новым годом. Любим вас. Пока. Пока.